Занятия на лыжероллерах – обязательный пункт в программе подготовки к зимним стартам у профессиональных лыжников. Анастасия Седова, с недавнего времени выбравшая родной город для тренировочного процесса, не исключение. Как она сама призналась, зима ей, конечно, ближе по духу, но и летом есть масса возможностей отточить свое мастерство. А дух соревнований заставляет всегда стремиться к лучшему результату. Девушка придерживается принципа – стартовать необходимо в любую погоду. Очень душно, и дышать будет намного тяжелее, то есть нужно будет больше воздуха. Это не очень хорошо для мышц, но с погодой не поспоришь. Зимой тоже бывает, как перед стартом снег повалит, и ничего не сделаешь. Все в одинаковых условиях. Кому-то будет легче, кому-то тяжелее. Это спорт, это нормально. Участница из Санкт-Петербурга Лиза Бурыкина в Саров попала впервые. Для девушки открытое первенство в нашем городе – это первые старты в сезоне. На финиш она пришла с промежуточным третьим результатом. Трасса юной спортсменке понравилась. Она очень качественно сделана, мне кажется, но когда дождь, очень скользкая. Результат девочку не сильно порадовал, и она, и тренер рассчитывали на большее. Но сказались неблагоприятные погодные условия, высокие скоростные характеристики трассы и ошибки при подготовке. Впрочем, результаты в этом первенстве не все. Для многих лыжников эти соревнования можно назвать разминочными. С 24 июля у нас стартует первенство России по скоростным же лыжероллерам. И для многих ребят эти наши соревнования являются, скажем так, прикидкой перед соревнованием более высокого уровня. Гонку Елизавета Бурыкина закончила с отставанием от лидеров 21 секунду и заслуженной бронзовой медалью. За участием своих подруг по команде в первенстве России она будет наблюдать уже вместе с остальными зрителями. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.